Так, короче, я взял я вот такую цепь. За тридцатку ничего у них нету, ничего не понятно. Посмотрим, сказали, что это классная, что она крепкая, она такая вообще выносливая, очень. Взяли нашу цепь, замок я уже достал. Что-то мне так стало в лом идти, вот это вот с растворителем, ванизму эту вдыхать. Залил ее. Тут ферри где-то было. А, ферри закончилась уже, ну неважно. В общем, вот этой вот штучкой. Это после кубинцев здесь было. Так, теплая вода. Чуть-чуть. Все. И будем сейчас ее мыть. Вообще легко, думаю, на изях. Ну, я, честно говоря, не буду ее тут до какого-то отмывать там идеального состояния. Мне надо просто с нее убрать лишний жир. И все. Вон, руки же мылом отмываются от масла. Ну, вот пускай отмоется и это. И на что оно похоже. Мне как только она начнет уже звенеть, вся, меня устроит. Я ее потом промою, просушу, и все. Я тут не собираюсь сейчас с этой цепью тут. У меня есть еще одна классная тема. Эта тема называется мыло. Вот мыло я люблю очень. Прямо в мыле, как будто руки моем. О. Цепь я, кстати, глянул, действительно, X-серия такая поинтереснее, чем Z-ка. Z-ок уже практически на сайте KMC-шки и нету. Ну, их там особо никогда и не было, поскольку они их делают для производителя. Ну, как OEM parts, типа. Вот мы сейчас ее полотенечком протрем. О! Да ну просто я уже заморачиваюсь вот это вот обезжиривать ее. Еще что-то. Вот, вытер, промазал, откатал. Оно само все равно там как-то промажется, все отлично. Мне главное, что оно мне штаны не пачкало. Я уже понял, что этой цепи, учитывая, что она тут какая-то супер-пупер, посмотрим, насколько хватит ее. За что я еще люблю цепи KMC, что в них есть вот такой вот замочек. Так, эта цепь, что тут у нас с ней? С ней, слава богу, все в порядке. Да, конечно, с такой цепью взаимодействовать это одно удовольствие. Тут как ни крути. Да, она может быть где-то там чуть-чуть что-то, где-то она может быть и... Но в целом ее руками можно снять. Да, цепь приехала. Ну, ржавая она и была. Да уж, снять цепи, после нее иметь вот такие руки, это фантастика. Просто фантастика. Это в голове не укладывается. Здесь мы, кстати, на этой вот цепи мы имеем такой же самый замок. Такой же самый замок. Только он уже немножечко поюзанный. Я всем вообще всегда рекомендую возить с собой даже парочку вот таких вот замков. Ну, один и выжимка точно. Так, теперь мне нужно ее чем-то взять, потому что она очень теплая. Теплая, да. Теплая. Сейчас пускай чуть-чуть остынет и будем с ней взаимодействовать. Так, ну и все, пока она тепленькая. Как говорится, тепленькую ее и будем брать. Пишет, наверное, мама, 100%. Потому что больше, как показывает практика, мне вообще пишет только мама и Рома. Закрыли замочек. О, я ж чувствую, что... Отлично. Теперь намазать его, и пускай откисает. X-соус я его называю. Много тут не надо.
И это отлично. Бытует еще мнение, что можно просто лить и крутить, ну, как бы можно, да. Но я так не делаю. Мне вот так вот как-то более понятно. Я понимаю, что я вот попадаю на все звенья. Оно там куда-то проникает вовнутрь. Все, теперь буквально пару оборотов без нагрузки, без ничего. Просто чтобы это масло там попало, куда ему нужно. Все. О! Пофиг. И теперь пускай стоит, сохнет. Сейчас только мне открыть окошко нужно будет, чтобы я этой вонью не дышал сильно. Ну, немножечко помёрзнем уж, чё уж там. Этот я выключил. Я вообще его и использую так, народ. Знаете, как бы вот пришел, нагрел что-то. Сейчас вот нужно проветривать, сейчас пока так. Потом снова закрою, подогрею и в принципе все. Потому что тут топи, не топи. Здесь если, ну, начать им топить, тут Вова мне сказал, цены вообще сумасшедшие за электричество. Утром уже 12,6. Ну нормально, я так встал, в принципе, печечку включил чуть-чуть. Уже хотя бы хочется, чтобы было там 15-14.